Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?» Я Катерина Тригубова і я вітаю нашого гостя. Сьогодні у нас в студії Володимир Миколайович Рябченко, заступник голови Первомайської райдержадміністрації з політико-правових, соціальних та гуманітарних питань. Вітаю вас в нашій студії. Ви у нас вперше. Вітаю вас ще раз, тому що ви у нас вперше. Взагалі-то такий піднесений настрій, мені здається. Говорити, як і завжди, в цій програмі ми будемо про життя нашої області, зокрема, про життя Первомайского района. Владимир Николаевич, вот первый мой вопрос, я всем гостям, которые приезжают из районов, его задаю, потому что очень интересно ваше личное отношение к тому месту, где вы живете. Почему вам там нравится? Почему вы выбрали для себя вот такую профессию, да, как работать на благо не только своей семьи, да, и каких-то там, допустим, близких вам людей, а все-таки это масштабная работа, это глобальная работа, это работа, которая и ошибки, и успехи ваши личные, они отражаются на жизни множества людей, ваших земляков. Почему? Что вас сподвигло на это? Ну, я родился в Первомайске, как бы с 15 лет там живу. И пришел на эту работу с предпринимательства. Поэтому я работаю не больше года на данном посаде. Поэтому хотелось просто что-то изменить. Считаю, как лучше это сделать. Что, чем? Ну, конечно, Первомайский район, в принципе, известен, да, не только вот в нашей области. Во всяком случае, вот туристическая его, да, часть – это и Мигея, и пороги, и каньоны, ну, уже не только в Украине, но и за границей, потому что множество туристов, особенно вот весеннее, летнее время, приезжают к вам. Но красоты, природа, это не только, мы обязательно об этом поговорим, да. Потому что туристическая отрасль, это важная отрасль, да, которая приносит хорошие деньги при правильном ее использовании, совершенно. Правильно, в бюджет, но все-таки туризм, красота, природа – это не главное. Наверное, главное еще, где можно могут работать люди, которые в этой красоте живут. И это не только туристическая отрасль. Что у вас есть? Конечно, вы правы. У нас наш район Первомайский в области Николаевский самый большой. У нас 1318 квадратных километров, 51 населенный пункт, 22 сельские рады и около 30 тысяч населения. Основная у нас направленность, конечно, этот Первомайский район у нас край аграрный. Сельское хозяйство у нас очень хорошо развито, выращивается много очень пшеницы, ячменя. То есть мы вот в прошлом году намолотили 202 тысячи пшеницы. Средняя урожайность у нас вышла по 33 центнера на гектар. Основное население занято, конечно, в сельском хозяйстве. Свиноводство, молочное скотоводство развито, птицеводство у нас большие, производство яиц. То есть у нас аграрный такой край. Вот, кстати, скотоводство, да, вот молочное и мясное важно, потому что на протяжении многих лет, можно сказать, десятилетий, Николаевщина в отстающих, скажем так, именно по этой отрасли, потому что большие фермы когда-то были уничтожены в силу, да, разных причин, и восстановление очень медленно идет. А за счет чего вот все-таки вы неплохо держитесь, потому что вот даже по статистике нашей вот сельскохозяйственной, да, от управления, в Первомайске он где-то вот так вот в первых рядах. За счет чего? Это какие-то инвестиции посторонние, это свои люди, да, когда осознали и, самое главное, имеют возможность это развивать. Ну, у нас в районе 133 фермерских хозяйства, и, хорошо, да, и многие просто сельхозпроизводители, которые были фермерами, выращивали, занимались растениеводством, они сейчас переключились на выращивание, например, тех же коров и свиней. А это стало выгодно? Потому что очень многие жалуются, да, то есть молоко очень стоит вот при закупке, ну, это просто не смешные, они, к сожалению, это не смешные деньги, это деньги, над которыми хочется плакать, потому что, ну, литр молока, когда гривна там с копейками, это ужасно.
Ну, сейчас получается конкуренция. Например, наш молочный завод плохо рассчитывался, и вот наш фермер переключился на другой молочный завод. Там платят 4,50, в прошлом году оплачивались. Поэтому как бы выбор есть, и цены уже растут. Поэтому становится рентабельным этим заниматься. По остальным давайте отраслям сельского хозяйства пройдемся. Что наиболее успешным является и перспективным для наших аграриев, для ваших аграриев, да, именно Первомайского района? Что еще пока вот в стадии такого развития, а что может быть в стадии, ну, каких-то таких вот задумок, да, вот людям хочется, и, ну, может быть, кто-то обращался, да, может быть, кто-то хочет в каких-то проектах поучаствовать, может быть, инвестиционных, может быть, украинских, да, загальнонациональных, но тоже, которые приносят деньги. Вот что у вас есть уже, что работает и будет работать дальше, а что вот еще хочется внедрить? Что-то еще хочется внедрить. Ну, у нас как бы уже аграрный сектор весь трудится на благо нашего района. Что-то добавлять. Пилеты сейчас, например, начали выпускать, то есть топливные брикеты. Да, альтернативное топливо. Да, рассматривают. Да. То есть, чтобы не пропало ничего зря. Ну, в основном мы делаем ставку на туризм, и вот в этом году хотим все-таки упорядочить, чтобы оплата была более адекватная, потому что, ну, едут со всех регионов и из страны, и зарубежья ближнего. Давайте тогда, да, вот раз такое самое перспективное направление – это все-таки развитие туризма, а действительно есть что развивать, и база великолепная, вот ее только вот нам нужно взять, да, и вот правильно применить свой ум и желание зарабатывать на ней, а самое главное еще и не погубить природу при этом. Что есть сейчас, я понимаю, что, наверное, все-таки еще вот какой-то период дикого туризма, скажем так, такого дикого немножко капитализма, да, каждый хозяин что-то для себя делает. Ну, я просто делаю выводы из того, что вот как мы, да, приезжаем в Мигею, допустим, что-то снимаем, но видим еще же, как это все развивается. Многие отдыхают, многие просто приходят, и вот как-то, когда делишься впечатлением, вот у меня, например, создается впечатление, что там, да, кто во что гораст немножко идет. То есть каждый, понятно, предприниматель, он, у него есть какие-то мысли, да, у него есть какое-то представление о том, как нужно делать, и он это делает. Но есть государство в виде государственной власти, да, в виде местной власти, и есть бюджет, который для всех. И если ты зарабатываешь, то нужно все-таки делиться. Делиться, да, это нормально, это нормально, это нормальная европейская практика. Как сделать так? Какие есть у вас планы, какие есть у вас рычаги и ресурсы для того, чтобы упорядочить эту предпринимательскую туристическую деятельность, чтобы дать развиваться людям, но при этом, чтобы бюджет района пополнялся, и пополнялся хорошо, и для того, чтобы, ну, вот, как бы менее успешным можно положить. Ну, здесь контроль в первую очередь должен быть со стороны власти и тех же вот Мигеи, как вы его назвали, село, которое принимает очень много гостей, Грушевка принимает у нас много гостей. Контроль и сознательность предпринимателей, потому что только от них зависит, будут ли поступать деньги местные бюджеты. Сознательность – это великолепно, но, наверное, еще и от государства, как сейчас у нас очень модно говорить, сервисная служба, да, то есть чиновники – это сервисная служба, это люди, которые призваны помогать тем, кто создает для себя рабочие места и зарабатывает деньги на себя, на свою семью, и еще держит наемных работников, да, давая работу людям. Чем вы можете помочь? Что есть, допустим, вот в вашем ведении, не лично в вашем, да, в ведении вот государства, да, вот местной власти, для того, чтобы помочь встать на ноги, развиваться, для того, чтобы действительно человеку не хотелось утаивать эти доходы, да, и держать их где-то, и говорить, боже мой, нет, я не буду показывать, потому что с меня, ну, заберут все. А бывает такое, да, ну, то есть пока мы еще не вошли вот в эту совсем-совсем цивилизованную стезю, да, хотя очень хочется быть в ней. Ну, мы со всеми службами, то есть экологами, вот надо было почистить берег, то есть надо будет решить, например, чтобы тут камыш вырубить. То есть с такими, именно с правовой точки зрения, помощь оказываем предпринимателям. Чтобы не было, там, какой-то кустарник вырубили и сразу какие-то штрафные санкции. То есть облагородить, в принципе, каждый предприниматель свою часть территории может.
У нас направление сейчас Например, новое. вот эти вот, смотрите, есть везде, да, единые окна, там, где можно зарегистрироваться, любую справку получить. Как у вас это работает? Это, кстати, с предпринимательством очень даже неплохо связано, потому что, ну, каждый предприниматель, да, по роду своей деятельности, хотя бы когда он открывается, кучу документов да. нужно собрать, да, очень много разрешений. Когда он работает тоже, что-то меняется, потому что законодательство, оно идет вперед, оно меняется. То есть нравится, не нравится, это уже вопрос второй, но все-таки нужно выполнять и нужно за ним следить. Вот как вот с этой, вот с таким сервисом в Первомайском районе? Ну, с этим проблем нету. То есть налоговая инспекция сотрудничает с предпринимателями, и они как бы все зарегистрированы. То есть таких у нас проблем нету в работе. Так, социальная гуманитарная сфера – это вообще сфера вот вашей непосредственной деятельности. Давайте ее обсудим. Помощь социально незащищенным категориям населения. К величайшему сожалению, ну, так складываются обстоятельства в стране, что вот эти категории, они не уменьшаются по наполнению, да, количества людей, а, к сожалению, увеличивается. Плюс еще социальная защита понадобилась, надобится и в течение многих лет еще пригодится тем людям, которые выехали с территорий, там, где сейчас неспокойно, это и Крым, это и Донбасс, это и Луганская область. У нас множество таких людей. Я понимаю, что есть такие люди и у вас, да, им нужно помогать становиться на ноги и налаживать жизнь здесь. Земляки ваши, которые воевали в зоне антитеррористической операции, они возвращаются, и это великолепно, слава Богу, живы, и будем надеяться, что здоровы. У них есть семьи, и это все люди, которые требуют помощи, которым нужна помощь. Они полноценные, они могут работать, но все-таки их надо немножечко защитить, немножечко направить, и немножечко к ним более внимательнее отнестись, чем вот к людям, у которых все хорошо. Как решаются эти вопросы? Ну, в прошлом году мы план выполнили по бюджету 185 миллионов, то есть у нас 107%. И благодаря этому мы могли программы финансировать. То есть это Трубота у нас программа есть. По субсидиям у нас сейчас обратилось 5713 человек при плане там 4 200 5 160 мы уже субсидии выдаем. То есть это 143% перевыполнения у нас идет по субсидии. По социальные работники у нас постоянно проводят материально-бытовые условия от участников антитеррористической операции. Они смотрят, что надо. То есть они в постоянном контакте, да, пребывают? А удалось сохранить вот эту вот социальных сеть работников, социальных да, работников вот в каждом селе, да, в сельской местности? Да, у нас 35 человек поэтому по району, и они каждую неделю обходят только Точникову, а остальные тоже малозащищенные слои населения обеспечивают их и продуктами питания, и уборками. То есть благодаря этому у нас постоянно есть обратная связь. Многодетные семьи, семьи там, где есть какие-то неблагополучные ситуации, как с ними работают? У нас есть служба, которая выезжает каждые 3-4 дня с милицией, особенно в зимний период. У нас приняты рейды, да, да, совместно. Особенно служба когда по делам было холодно, детей, да? Праздники, то есть неблагополучные выезжают, потому что, ну, чтобы не было ни обморожений, чтобы дети были накормлены, чтобы было в доме тепло, то есть это все выполняется. Образование. Есть чудесная гимназия, вот, есть школы тоже, которые не являются нового типа, ну вот как чистого, да, нового типа, но все-таки внедряют очень много интересного и действительно каких-то новейших технологий в образовании. Есть среднетехнические училища, есть, да, очень хорошие, интересные колледжи, лицеи. То есть вот как с ними, потому что вот особенно сейчас профессиональное техническое обучение, да, оно, ну, попало уже вот в такую ситуацию, где действительно от района, да, зависит, вот будут они жить
Можно ли будет там учиться? Есть ли перспектива или нет? Вот как с ними? У нас в районе 25 школ общеобразовательных. Получается, у нас в основном, у нас технических таких по специальностям не готовят, у нас по школы, садики. То у нас сейчас проблема была с питанием учеников начальных классов. В Первомайске, по-моему, все сельскохозяйственные тех... Это Мигеев. Да, Мигеев, да. Ну, это ж вот рядом с вами, да. Это у вас. То есть... С питанием, вот сейчас решили, сельские рады будут проплачивать 40% от питания, потому что государство все это на местные советы уже переложило. Развитие вообще вот образования, как у вас идет? То есть вот что есть такого, чем вот вы можете гордиться действительно и сказать, да, очень здорово? Потому что, во-первых, Первомайск сам по себе очень большой город. Давайте уже райцентр брать, да, все понятно. Вот когда-то был, ну, есть район отдаленный, там, да, где, допустим, была большая проблема с подвозом детей. Казалось бы, город, да, не предусмотрено, но а жизнь такая, что нужны эти школьные автобусы. Несколько лет назад, помню, решили. Решили этот вопрос, все. Насколько сейчас этот вопрос продолжает быть актуальным или не актуальным, все нормально, все хорошо? Ну, Вадим Иванович, губернатор, вот мы заявку оставили на автобусы, то есть там должна и на область выделиться определенные деньги, будет закупка автобусов. У нас оптимизация прошла буквально недавно некоторых школ. Да. У нас сейчас средняя загруженность класса 13 человек. Всего где-то 2800 детей у нас посещают школы. То есть в школе как бы проблем у нас нет. У нас газом отапливается, твердотопливным есть и электричеством. Будет планы на 16-й год модернизация там некоторых школ. То есть по образованию у нас... Возможность участия детей в конкурсах районных, областных, украинских. Может быть, в этом году уже есть какие-то достижения. Может быть, вот 2015 давайте вспомним, где у вас были победители. Ну, постоянно олимпиады проходят и математические. Поэтому в каждой школе план разрабатывается. То есть освита работает у нас хорошо. Вот опять же. У нас поменялся руководитель, был Вовк Светлана Анатольевна, сейчас она у нас в Раде перешла работать, начальник, поэтому... Все идет по плану, да, который вы себе разработали. Процессы децентрализации, ну, каждого затронули, они идут, это будет еще долго. Первомайский район, район большой. Большой. Вот сколько у вас громад уже есть, определилось, как вот на что рассчитывают вообще? И что уже вот за прошлый год, как бы вот вы увидели, да? Потому что больше налогов остается и в районе, и в местных громадах. Например, вот приведу такой случай, да, недавно я была в Черноморке, они очень довольны. Вот действительно, то есть мы говорили с сельским головой, он говорит, мы увидели. Хотя мы опасались, но мы увидели. Действительно, вот этот год нам показал, что такие. Ну, правильное решение, да, с какими-то нюансами, но если работать в этом направлении и еще и самим что-то делать, да, быть активными в этом направлении, то есть не сидеть, не ждать, что кто-то спустит, то вот реально вот Черноморка, например, увидела, что да, доходы увеличились, и мы эти доходы, самое главное, можем потратить вот на то, что мы хотим, да, на то, что у нас актуальная проблема, и мы ее решаем именно за счет того, что мы сами заработали. Как здесь? Вот вы увидели действительно вот эту какой-то позитив? Пусть небольшой. Да. У нас, в принципе, с бюджетом сельского совета никогда не было проблем. У нас с 22, там одна не выполняет, а так все каждый год выполняли. Нас сначала мы предложили, что мы объединимся там в селе Подгороднем у нас. Сейчас, я думаю, нас будут присоединять к городу. То есть это пока для нас еще так в подвешенном состоянии. Ага, то есть у вас громада будет теперь состоять из города? У нас города прошли, в каждой сельской раде пришли, так сказать, вечи, которые это народ прям будет собирался. Вот одна громада, да, весь район будет? Или все-таки вы поделитесь, вы большие? Наш район не хочет к городу присоединяться, поэтому там каждое село высказывает свое мнение. Поэтому просто большие очень. Большие, это как-то все сделать, сосредоточить в районном центре, может, и как бы неплохо для
ближних, а вот Да, кто а добираться, подальше. хотя автобусы есть, то есть маршруты у нас проложены, но пока это все в стадии. Вот, кстати, насчет автобусов, дороги, по-моему, это уже такой кричащий вопрос, да, вообще для всех. Ну, там в основном, конечно, да, Киевская трасса, неплохо на Киев ехать, и, ну, как да, бы она когда-то была сделана, и, слава богу, еще пока не совсем развалилась. Внутренние дороги, как справляетесь, за счет чего, допустим, вы поддерживаете их так, чтобы мог и школьный автобус приехать, и человек добраться, и скорая помощь? Ну, у нас есть направление, конечно, сложное, это Лысая гора, там у нас очень крупный завод стоит, Бандурский масляно-электрационный завод, поэтому ездят туда большие машины, да, ну, как и на Николаев, то есть и разбивают, конечно, дорогу. Есть какие-то села, допустим, которые, вот как в Снегиревке, казалось бы, да, район не совсем отдаленный, но было у них, опять же, несколько лет назад, сейчас, слава богу, решили, что этот вопрос, ну, там вообще, в принципе, вот когда там заканчивался, допустим, октябрь месяц, вот с ноября и до апреля, люди были просто в нескольких селах оторваны от большой земли, как они это говорили, потому что просто перевозчики отказывались, они не могли даже, вот мы хорошо относимся, мы хотим возить этих людей, нам интересен этот маршрут, мы хотим зарабатывать деньги, мы просто физически не можем, потому что машина останавливается вот возле ямы и стоит. У нас, к счастью, нет такого, то есть у нас все работают, ездят, но вот сложности, конечно, есть. Финансирование просто в прошлом году не было разрешено совместно с финансированием с Укравтодором. Сейчас вот в этом году уже каждая сельская рада может участвовать вместе с Укравтодором в ремонте дорог. По крайней мере, в своем селе он может эти дороги сделать. Ситуация в этом году немножко изменится в лучшую сторону. Медицина тоже гуманитарная сфера и очень важная сфера, потому что тоже она в стадии реформирования. Где-то быстрее прошло, где-то медленнее прошло. Существуют фельдшерско-акушерские пункты, существуют амбулатории уже, существует центральная районная больница, которая оказывает уже более широкий спектр помощи. Как с этим? Вот как идет реформа? Насколько она уже продвинулась вперед, и насколько, ну, вот то в тех условиях, в которых медики существуют, да, они могут существовать, и что может сделать районная власть для того, чтобы немножечко облегчить, немножечко сделать так, чтобы, ну, было чуть легче им работать? Да, вы правы, у нас центральная районная больница, 14, получается, лечебных амбулаторий и 25 ФАПов. То есть, как бы, большое хозяйство. В центральной районной больнице мы в этом году поставили пластиковые окна, заменили. Вот сейчас должны на альтернативное топливо перейти, но нам не хватает средств. С области должны выделить на замену котлов. Как раз на эти пеллеты, потому что на газу очень дорого отапливать центральную больницу. Мы ее сохранили, потому что хотели присоединить к городу, но, так сказать, бюджет нам позволил, и люди были против, оставили все-таки в районе больницы. По врачам. Вот недавно была в Котлярово, Котлярово прям приглашает к себе врача, говорит, у нас есть квартира, у нас есть шикарная амбулатория на 8 кабинетов с оборудованием, да, вот они заканчивают по европейскому проекту как раз реконструкцию этой амбулатории, прям буквально постройку, потому что действительно просто было помещение, да, и вот они приняли участие, поучаствовали в проекте Европейского союза программы развития ООН, местное развитие, сориентированное на общину, и вот у них есть такая возможность пригласить семейную пару врачей. Как хочется вот молодых специалистов, и чем вы их можете привлечь к себе? Ну, в прошлом году 2 человек привлекли, то есть мы оплатили учебу. Да. Ну, конечно, молодежь не хочет идти в село, потому что, ну, по контракту они должны там 3 года отработать, не те условия для работы и не те зарплаты. То есть в селах остались люди в возрасте,
с медицинским образованием, которые дорабатывают. Но все-таки изыскиваете возможности, ну, да, в принципе, конечно, если приглашаю. Вот есть человек, который, вот вы знаете, точно хочет приехать, то и с домом помогут, да, и как-то наладят и условия. Конечно. Замечательно, одна минута даже меньше остается у нас до конца программы. Чего бы вам хотелось для своего района, и что вы можете сделать, лично вы, ваша команда, для того, чтобы жизнь не замерла, продолжалась и шла вперед, и позитивно, вот, все было хорошо. Ну, хотелось бы мирного время, конечно, мирного неба на нашей стране. Это масштабно, да, это всем хочется, это да. Правда. И тогда у нас в районе начинается май месяц, хотелось бы пригласить всех на маевки, так сказать, туристические, поэтому ждем в Медее, Грушевке. Это не только приятно, да. Это еще и полезно, да. Для бюджета. Спасибо вам, спасибо. Большое, спасибо за то, что были с нами. Приходите, приезжайте к нам еще с новой информацией. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви сьогодні з нами. Нехай так буде і надалі. Ми будемо працювати для вас. Ви залишаєтесь нашими найулюбленішими друзями. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв».